Ну, еще раз покажу. Извините. Простите. Я еще раз покажу красоту Флориды, пока я по дороге. Там напротив улицы тут у нас Dollar General или Dollar Store, как это? Да, Dollar General. Есть у нас некоторые места, которые они разрешают. Ну, все там продано за $1. Это нереально, потому что всегда они побольше, но обычно это полезно там пути, поехать, пойти в General Dollar, если хочешь некоторые вещи, но маленький выбор там для таких вещей. И обычно они просто, ну, быстро можно туда пойти и видеть, что там есть, потому что обычно они маленькие магазинчики, и можно смотреть на все. Но это объяснение просто вам не нужно, наверное, но буду еще поговорить, я надеюсь, об интересных вещах. В этот уикенд я сделаю так называемый у нас open house. И open house — это когда кто-то хочет продавать свой дом. Открытый дом означает, и если не понятно по-английски. Открытый дом, они там делают, я сижу там как брокер и стараюсь продавать их дом. А можно показать, что там к чему, потому что хочу, это, наверное, то же самое в России, они, но не знаю, если это open house или это только, individual, по одному делать, не знаю, по спросу, не знаю. Но у нас мы открываем дом или место, которое мы хотим продавать, и все могут туда свободно пойти. Но дело в том, что они должны встретиться со мной, пока они приходят. И я расскажу слишком много, говорю слишком много, и иногда людям это не нравится. Я стараюсь разрешить им просто смотреть в дом и видеть, что там к чему сами. И тогда, если вопросы, я отвечаю. Как всегда, мне нравится говорить, болтать и отвечать на вопросы. Если вопросы есть, например, вчерашний выпуск, это был о том, как я считаю насчет гейзов в Америке, и я не против, мне все равно, если хочешь смотреть это отлично. Я говорю о ядерных оружиях, потому что я работал в этом сфере давно, и мы ликвидировали очень много ракет средней и меньшей дальности в Штатах и по Европе, в России, и, но сейчас они в Америке особенно забыли об этом. Мы бросили такие договора. Что я делал целую жизнь? Нет, не целую жизнь, 15 лет я служил. И 5-6 из этих я работал переводчиком для этих договоров. Так и как Скотт Риттер. Я не снял у него паспорт, и там есть странные, не знаю, в выпуске они еще ничего не говорили, не знаю причину. И это смешно мне, потому что они просто стараются, убивать его. Не убивать в реальности, но его сил, его слова. И это как Джордж Оруэлл 1984. И мне это просто не нравится. И интересный случай, это не интересный, это печальный, разве, что мы делаем в Штатах, так много, слишком много так делаем, и особенно наши государственные лица, если они хотят тебя уничтожать, делают свободно, они просто это делают, и это наше государство, и я слышал что-то очень сильное. Как я сказал, я очень заинтересован в Казани, в Бриксе, там будет Брикс Геймс и так далее. Я думаю, что это очень остроумный, очень остроумное дело создано между Бриксами и Путиным. И вчера я слышал, как Турция хочет. Это срочная новость. Это просто выпуск. Вчера ночью я видел, что Турция хочет быть членом БРИКСа.
Если так бывает, и Турции тоже, а сколько людей там на Истанбуле? Только в Истанбуле 20 тысяч? Не знаю, побольше, это огромный город. И там раньше был, как это, Константинополь, и там это всегда было огромное, мощное место для путешествия, для товаров между странами и так далее. И это, я просто не понимаю, почему мы должны воевать все время. Все могут быть богатыми, если мы работали вместе. Но нет, мы хотим заставлять кого-то делать что-то, которое они просто не хотят или не будут. Мы хотим заставлять их думать, как мы думаем. Но дело в том, что мы так не думаем. Мы не думаем, что гейзи самые главные в мире. Мы просто это не думаем. Пусть они делают то, что они хотят. Но я тоже хочу делать то, что я хочу. Не хочу, я не буду грубо говорить о людях, а просто не буду. Не буду говорить о черных, не буду говорить о гейзах, не буду говорить о белых мужчинах, которые старше 40 лет. Просто не буду. И у всех есть их хорошие вещи у них, как это... Есть слова, я просто болтаю и слишком много говорю. И не по таком уровне. Я просто разговариваю. Мой уровень русского языка, ну, по-моему, я бы сказал, уровень мой это как, ну, 10 классный, не знаю. Но понимаю. Побольше, как, например, в институте, но говорю иногда как школьник там 10 класса, не знаю. Когда особенно, когда они говорят, ну, интересно, какие страшные, уважаемые материнские слова. И я тоже помню эту песню, между прочим, с 80-х от, как это было, «Сектор Газа». И это... Ну, название группа мы слушали. Я купил альбом и так далее в Москве, я не знаю. Старались их посмотреть. Это было смешно в такие времена, потому что такие песни, когда ты молодые, это даже смешно. Но сейчас, наверное, это не смешно. Хочу узнать, что с ними случилось, если они еще поют где-то. Но мне нравятся такие вещи. Я замечаю только, что сейчас... что я просто болтал очень быстро в течение уже 8 минут. Я стараюсь, ну, как это, медлить. Я медлить буду. Потому что я просто хочу сегодня и буду. Но это, я надеюсь, что это вам интересно. Мне нравится разговаривать. У меня есть appointment по воскресенье с кем-то, который хотел обращаться ко мне на Zoom. Я стараюсь делать запись этого и вложу это в интернет, потому что я думаю, что это более интересно. Если кто-то хочет со мной поговорить, ну давай подружимся. Я, ну, обычный человек, люблю отвечать на вопросы. Я люблю просто общаться с людьми. Я думаю, что это очень хороший способ, ну... Не знаю, жить и знать друг друга. Не надо думать, что каждый американец похож на наших глупых, ну, уважаемых лидеров. Потому что мы так не считаем. Мы думаем, что они меньше нас. Мы должны быть главными. Мы люди, да, государство существует только для исполнения, ну, равность между людьми, да? Это, может, старое русское выражение, советское, не знаю, пролетарии всех стран, соединяйтесь, но обычные люди всех стран, соединяйтесь. Это то, что надо быть на флажке. Между прочим, если не смотрел на мои выпуски во время 9 мая, пожалуйста, смотри на это, потому что я нашел мои плакаты, я нашел мой флаг большой, знамя Советского Союза, который, ну, очень огромный. Еще раз забыл слово. Несколько людей сказали мне, что такое silk, не silk, velvet.
но забыл еще раз. Но надо использовать слова «или потеряешь». Кто-то высказал что-то на замечание и сказал слово «разлагаться», «разлагается», что-то «разлагается». Надо было мне смотреть, как это, definition, знание. Как это знать? Не помню. Сейчас видно, что я не помню русские слова, иногда трудно, но я просто хочу разговаривать с обо всем. Мы смотрим интересные фильмы, нам нравятся такие же вещи. Кто-то сказал, что надо смотреть «Брат 2», и я ответил, что уже смотрел довольно много раз. Я остаюсь в Америке. И когда они сняли его, русские не... надо сдаваться, русские не сдаются. Самое главное, русские не сдаются. Это самое главное. И тоже как... А в чем сила, брат? Мы все знаем этот фильм. И как возможно, нам не нравится этот фильм. Хорошо сделано, просто хороший фильм. Американцы просто, можно смотреть, но это не то же самое. Это, я думаю, что это всегда отлично смотреть в родном языке актеров, потому что это очень красиво сделано. Я уже высказал много раз, как мне нравятся такие, особенно старые советские фильмы. Мне нравится сильно. И думаю, что это показывает нам, это не хочу сказать неправду. Я просто хочу, чтобы мы все думали. Я помню в молодости, до того, как я поступил в армию, до того, как я работал с русскими лично, до того, как всего этого с договорами между нами, которые сейчас не исполняют, потому что США не хочет. Но я помню это все, пока в молодости Советский Союз был большой враг. Большой враг. Ничего хорошего оттуда не вышло. Ничего хорошего со Советского Союза. И это просто не так. Это, даже если смотришь только на фильмах об обычных людей там в это время. Но они продали нас, то, что они хотели. То, что они хотели, чтобы мы знали. Но это просто другой способ жизни. И это то, что такие не понимают. Мы должны смотреть друг друга в глаза и сказать, что ты мой враг. Это просто глупость. Это глупость между нами, это глупость думать так о русских вообще. Даже о Путине. Он там. Вот. Это или да, или нет. Да? Если он там, мы должны с ним поработать. Да? Но в Америке нет. Мы хотим заставлять всех делать то, что мы хотим. У нас единственный способ жить в мире. Но мы не понимаем и не хотим понимать, как думают российских, как думают китайских людей, а как они вместо работают, нам непонятно. Это потому что они предлагают друг друга взаимно выгодные условия. Взаимно выгодные — это слово, это выгодно обоих сторон. Китай есть что-то продавать, Россия есть спрос на это, мы хотим это все в России. В Америке то же самое, мы купили очень много с Китая в течение последних 40 лет, они купили много наш национальный долг. Это принадлежит Китаю. Они могут просто закрыть банк. И это для нас будет нехорошо. А будет во время этого Брекса. Это мне очень интересно. Заинтересован сильно. Особенно так, как наш Эрдоган сказал вчера, и его заместитель какой-нибудь тоже, что они хотят в БРИКС. Но
Если они хотят в БРИКС, они, знаете, они еще не разрешили Турции, если я правильно помню, стать настоящим членом НАТО. Они в Союз Европейский, но они не, я думаю, что они не являются членами НАТО. А если они в БРИКСе, а БРИКС сейчас не совместные защиты, это, об этом не разговаривается, но я думаю, что будет. Я думаю, что будет сильнее. Это уже сильнее, и людям об этом должны думать. Но нам это важно, знать это все. Но я слишком много разговаривал сегодня. Я думаю, что это достаточно, и даже без точного пункта. Пункт первый, я не помню. Dollar General, пункт второй. А если вопросы есть о местах, когда я путешествую или я по дороге, там есть направо Wells Fargo Bank, и это везде в Америке. Я думаю, что даже за границу этот существует. Но много работы у меня сегодня, я должен выполнить. Спасибо большое за внимание. Если вопросы есть, пожалуйста, отвечай. Положи эти в комментарии, я стараюсь их отвечать. Я с удовольствием читаю эти замечания. С удовольствием думаю обо всем, которое там изложено, даже если это не согласие. Кто-то, например, поставил кто-то насчет Украины, как они выиграют, и американцы, но нам не нужно там, мы им не нужны, и я не знаю, иногда мне нравится отвечать на такие вопросы, нравится высказаться, и мое мнение не более важно, мнение других, у всех есть мнение, мы все можем разговаривать обо всем, но спокойно, лично, между нами, без, как это, оскорбления, без плохих слов о друг друге, и, может быть, решаем что-нибудь. Наверное, нет, потому что кто мы, кто я? Никто, мы просто хотим разговаривать, и мне это сильно нравится, я это уже сделал 3 месяца, если не видел мои ролики, пожалуйста, посмотри, я делал очень, я начинал с Такером Карлсоном и Путиным, и это, я думаю, интересно было, очень много осмотров, которые люди смотрели на мой канал, это начинал это все. И еще буду разговаривать ни о чем, или о чем-то важное. Если хочешь разговаривать со мной тоже через Zoom, просто обращайтесь ко мне, можно на тоже на Telegram, @samtrap1, то же самое на WhatsApp, это телефонный номер, но тоже получается. Я могу, я не знаю, если разрешаете, но я вложу туда мой линк, как я брокер в Флориде и в Миссури, и продаю недвижимость, я могу консультировать с этим. Продал много бизнесов, купил много бизнесов, у меня принадлежил рестораны, автобусы, ох, ударение, Самюэль, ударение, как говорил мой преподаватель. Ударение все время, и я просто шутил в классе, потому что я думаю, что это смешно. Я надеюсь, что мой кофе. И все на сегодня. Спасибо большое за ваше внимание.